скажи, Евгений, как Белоруссия? Ты видел, что у нас щелка здесь? Нет. Да, он нам что-то заметил. Мы забрались в такую Латвию, в которую, наверное, никто еще не забирался. Там сказал, надо сокращать путь, экономить бензин. Вот и едем, экономим. Приключилось с нами небольшое происшествие. Сейчас диагностируем, что у нас лопнуло. Что, Андрей, оказия? Ну, бывает. Дорога дальняя. Ремонт на границе Латвии и Эстонии. Лопнул прицеп. А вообще это фантастика, что это все произошло рядом с автомастерской. Вот так вот Андрей заряжает себя на хорошую борьбу. Вы думаете, просто так становятся чемпионами мира? Нет, не просто так. А вот так. Поздравляю сборную Украины с удачным провозом в Евросоюз сала. Едем на собрание капитанов. Джемани! О, репрезентация Джемани! Официальный отель Виллинди, где размещается штаб чемпионата мира. Вот это наши чешские спортсмены. Здесь будут происходить все официальные мероприятия. Здрасте. Да. Yesterday. Yesterday, да. Питер, я? Сборная команды Франции, которая заняла second in France. Мы приехали, расписание поменяли, так что капитан говорит, что собрание будет в 8 вечера. О, Эрланд, Норд Эрланд. А вот здесь живет сборная Украины. И здесь живут лодки сборной Украины. ЮМС и 475-х Финвала. Дима, заряжаешься? Мы идем на озеро погулять. А? Давай. Давай, пошли. Давай. Ну что, взорвем этот водоем? Взорвем. А кафе не работает. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот этого не было. Кого? А что он? Белое. Виллинди очень спортивный городок. Здесь очень многие занимаются спортом. И напротив озера, вот здесь спортивный стадион. На этих стелах указаны года и фамилии победителей, которые участвовали в марафоне, не в марафоне, а в забеге вокруг этого озера. Вот имена победителей. А это, соответственно, в каком году был забег. И при Советском Союзе здесь бегали. Бегали также и во время Второй мировой войны. А первый забег был в 1928 году. А это памятник человеку, который больше всех выиграл забег вокруг этого озера в городе Виллинди. Озеро Виллинди. Это вода? Да, который слева. Рыбаки. По центру. По центру.
Тут мы с утра видели окуньков на причале. Зачетные фигня? Плавают. Не, не зачетные. Маленькие. А щуку видели, Дима? Щуку? Да. Берега нет. Нет. Только с лодки, когда были на тренировке. А в магазине, кстати, щука 7 евро стоит килограмм. Да. Сборные других стран уже приехали, спускают лодки. Обычно чешские спортсмены выступали на вот этих красных надувных лодках. Сборная Украины рассматривает лодки конкурентов. Это белый буй, это старт. Вот это все нельзя. Мартин, организатор со стороны Эстонии. Сборная Венгрии уже приехала. И вот наши долгожданные, замечательные литовские друзья, которых мы с нетерпением ожидаем, которым приготовили кучу всяких приятных вкусностей. Наконец-то они приехали. Сборная Литвы, рады приветствовать вас. Дмитрий Корзенков встретил участников по мормышке или по спиннингу? И по мормышке, и по спиннингу. По мормышке и по спиннингу. Есть. Да. Ну, Дима знает всех, и Дима знает. Всем добрый. В преддверии большой игры. Олег. Сборная Украины и ее спонсор. Да? Статусный спонсор. Спонсор статус. Игорь Чинников, вице-президент Международной федерации рыболовного спорта. Игорь, такой вопрос. Почему Эстония? Во-первых, потому что любая страна, член Международной федерации, может подать заявку. И все мировое рыболовное сообщество эту заявку оценивает и по ней голосует. Поэтому один из предыдущих конгрессов проголосовал в свое время за Эстонию. Ну что, друзья, только что закончилась первая встреча капитанов, на которой обсуждается регламент, ну и все там моменты, нюансы по организации чемпионата мира. Участвует 16 стран, все фавориты приехали. Одна из новостей, которая нас немного ошарашила, это то, что, оказывается, 3 недели назад были приняты изменения в правила по этому чемпионату. И окунь теперь не 20, а 23 сантиметра, и разрешили ловлю на 3 тройника. До этого был запрет на ловлю с 3 тройниками. По словам господина Чинникова, вице-президента ФИПС, все сборные должны были получить эти изменения, но по какой-то случайности сборная в Украину не была отправлена, в том числе и для Литвы, и еще для ряда некоторых стран. Поэтому для нас это стало сюрпризом. Все команды в боевом духе, большинство стран были на этом водоеме и потренировались, и уже, конечно, что-то о нем знают. Но некоторые страны приехали первый раз со мной на Captain Meeting. Сидел вместе капитан сборной Германии. Они во Франции на последнем чемпионате мира стали чемпионами и ловили очень крупную щуку. Там щука у них была 90-80 сантиметров. Но я думаю, что они неприятно удивятся, когда завтра выйдут на тренировку и обнаружат, что в этом водоеме крупной щуки практически нет. Мы с ним вместе посмеялись над шуткой, которую ему рассказал, которая у нас бытует в лагере сборной Украины, что кто споймает щуку весом 4-5 килограмм, сразу же становится мэром Вильяни.
А вот капитан, легендарный капитан сборной России Владимир Иноземцев. Владимир, как вы считаете, каков будет достаточный результат по количеству хвостов для оптимального соотношения сил? Я думаю, что если кому-то удастся поймать 4-5 хвостов, это будет очень хороший результат, именно за счет рыб. Максим Колесниченко, дебютант сборной Украины. Максим, какие впечатления от озера в городе Вильянде? Озеро хорошее, рыбное, но очень маленькое. Для такого количества участников очень мало. Плюс отрезали еще несколько зон, причем рыбных зон отрезали. И для 32 лодок здесь просто не остается даже, где нормально отрыбачить. Озеро стало чем интересно. Стала чистая вода, прозрачная. Непонятно, как это повлияет на рыбу. Трава на месте, все на месте. Так что, я думаю, не сильно после нашей тренировки для нас не сильно что-то изменится.